Хозяин тайги, бумбараш, бег, единственное, маленькие трагедии, чародеи, ночной дозор, утомленный солнцем бар. О своем амплуа он говорил так, человек из народа. Песни, исполненные Валерием Золотухиным в кино и на телевидении, звучат по сей день. Разговор со счастьем, ой, мороз, мороз, журавль поем летит, барыня речка, ходят кони. Теперь уже трудно представить эти песни в ином исполнении. Сейчас вашему вниманию будет представлен фильм о деятельности фонда. Идея проведения дней культурного фонда на Алтае пришла к нам во время нашего последнего визита на Алтай в рамках детско-юношеского театрального фестиваля «Исток» имени Валерия Золотухина, который проводится ежегодно на его родине. Нам просто захотелось поделиться своим творчеством с алтайским зрителем. Знаете, благодаря поддержке партнеров фонда нашей мечте суждено было осуществиться. Наша программа очень разнообразна. Сегодня вашему вниманию будет представлен спектакль «Я, Высоцкий Владимир». Для нас это очень символический спектакль, поскольку он был поставлен в свое время Валерием Сергеевичем Золотухиным. Завтра, 25 марта, в 10 часов утра в Российско-немецком доме состоится благотворительный показ первой части комедийной кинотрилогии «Айнс Свайнграй», «Айнс» в главной роли, которую снялся Иван Золотухин, и тизер вы только что видели на экране. Вечером же того же дня состоится акустический сольный концерт актрисы театра кино Ирины Линд на сцене концертного зала «Сибирь». Мы вас приглашаем, приходите, пожалуйста, начало в 18 часов. 26 марта на сцене молодежного театра «Алтая» эстетский спектакль «Кабаре Лейбовь», созданный совместно с Международным союзом немецкой культуры, премьера которого состоялась в Германии, в Берлине в июне 2016 года. И 30 марта, в день памяти народного артиста России Золотухина Валерия Сергеевича, здесь,
На этой сцене состоится гала-концерт с участием артистов молодежного театра «Алтая», детского коллектива из «Топчихи», который стал в прошлом году лауреатом театрального детско-юношеского фестиваля «Исток», и московских артистов. Нашу программу увидят не только зрители Барнаула, мы также отправимся на родину Валерия Сергеевича Золотухина, село Быстрый Исток, а также город Новоалтайск и Золотой Сибирск. Все наши мероприятия будет сопровождать передвижная музейная экспозиция, подготовленная Государственным музеем истории, литературы и культуры Алтайского края. Сейчас же вашему вниманию будет представлен спектакль-концерт «Я, Высоцкий Владимир», автор идеи и режиссер, народный артист России Валерий Золотухин. Приходите на наши мероприятия, мы надеемся, что нам удастся провести несколько добрых и теплых вечеров вместе с нами. А сейчас встречайте заслуженных артистов России Валерия Черняева и Любовь Черкову.